Бои продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим! Обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Бегите, закрываем огни на крышах! Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 30 градусов слева, второй этаж! Цель получена! Огонь! Трехэтажное здание! 15 градусов слева! Балкон на втором этаже! Цель захвачена! Огонь! Б-6, мы выдвигаемся! Вас понял! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание! 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 30 градусов слева! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Трехэтажное здание, 30 градусов влево!
Б-6, говорит Кабан, мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь. Готов! Цель захвачена! Огонь! Готов! Есть цель! Огонь! Продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть начеку! Возможно, это ловушка! Yeah.
Вражеский танк на дороге! Вижу плохих парней! Юго-восток! Кабан, Б-6! Т-72 за зданием! 60 градусов слева! Можете ответить! Вас понял, Б-6! Он у меня на терморадаре! Переключаюсь на ручное! Целься! Кабан, многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С дороги. Вас понял, Б-6. Так это, долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкис, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Морпехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем. Аль-Асада в столице. Первый батальон уже в пути. Данные свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится боеголовка. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат из МК-19. Внимание всем, говорит центр. Вражеская бронетехника в Пальмовой роще к западу от реки. Попали под обстрел. Гранатометчики на крыше. Легкий бронетранспортер. Огонь, Джексон. Вижу пехоту. Будь начеку. Вижу гранатометчиков на крыше. Зенитная батарея на крыше. Противник с гранатометами. Связи пират 2-5. Противник бежит. Можем приземляться. Вас понял. Хорошо. Одиночка 2-7. Переводим Абрамсы на фронт. Пират, говорит центр. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард нужны в городе. Вперед! Вперед! Быть на чеку! Пошевеливаемся! Вас понял, центр, пират 2-5 в пути.
Им нужна наша помощь! Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передовая группа попала в окружение в зоне высокой радиоактивности. Они отметили себя зеленой дымовой шашкой. Вас понял, видим цель, конец связи. Цветной дым обозначает местоположение союзников. Давайте спасем наших парней и уберемся отсюда к чертовой матери! В зоне посадки опасно. Вернёшь через 3 минуты. Союзники выпустили зеленую дымовую ракету! Они на втором этаже! Надо вывести парней оттуда! Шевелитесь! Так это вы нас должны отсюда собрать! Задание выполнено, капитан! Уходим, пока они не перестали! Пират, говорит палач, заправилась. Готова к бою. Ну как, мальчики, соскучились? Выходим! Вперед, вперед!
Пират, внимание! У нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. В меня попали! В меня попали! Хвостовой винт поврежден! Говорит палач. Терплю бедствие. Терпим бедствие. Кобра уничтожена. Повторяю, кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку. Прием. Я здесь. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон, вытаскивай ее оттуда и возвращайся к зоне посадки! Быстро! Пират, говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Вперед! Вперед! Дамы и господа, говорит ваш капитан, скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность.